Так, карбодейство положил материалы. Давай, собираем и смотрим. Моргаю. Рп-действие достал инструменты и приподнимает SCP-173, обхватив ее сзади. Пиздец ты уёбок, конечно. Причем очень страшный уёбок. Моргаю. Подсуньте под нее платформу. Моргаю. А шеф, подсуньте под нее платформу. Я ее держу, она тяжелая. РП-действие нагинает, после чего подсовывает платформу под 173. Моргаю. РП-действие ставит 173 на место. 173, ты фемка, что ли? Чего так много весишь? Моргаю. Он бетонный, он килограмм 40 весит, падла. РП-действие берет пробу килограмм 40 и вставляет его. Моргаю. Так, вы втроем справитесь, я посмотрю удаленный доступ. Моргаю. А, не, пока останься, собираем пока. Сейчас закручу. Моргаю. РП-действие достает следующий пруд. Шо сало, мать жива, 173-й. Моргаю. РП-действие закручивает еще один пруд. Шеф, вы тоже крутите. Моргаю. Быстрее управимся, быстрее его отправим. РП-действие взял нужный инструмент. Моргаю. РП-действие вставляет пруд и закручивает. Моргаю. РП-действие вставляет следующий. Моргаю. РП-действие вставляет еще один. Моргаю. РП-действие вставляет... вставляет просто замок. Замок по... Мне всегда было интересно, если среди, нахуя тебе два рта? Моргаю. Один нормальный, а второй расположен на лбу и немного не так, как у людей. Моргаю. То есть вертикально. Так они человек. Моргаю. РП-действие вкручивает болты и затягивает их гаечным ключом. И четыре глаза. РП-действие устанавливает замок. Моргаю. 7-8-2-1. Моргаю. Запомнили? Код, кто моргаю запомнил? Чего запомнить? 7-8-2-1, код от замка с этой твари. 7-8-2-1. Все, готово? РП-действие защелкивает замок. РП-действие потянул замок и проверил. Готово. РП-действие собирает и убирает инструменты. Долгий контейн.